В этом году садоводы и огородники Кузбасса собрали небывалый урожай. Чтобы поделиться дарами природы с ближними, в областной школе высшего спортивного мастерства прошла акция «Милосердие». Ее участниками стали представители воскресных школ города Кемерово. В наше время есть очень много семей, которые просто нуждаются во всем вот этом. И есть люди, у которых есть излишки. Поэтому я считаю, что те, у кого есть излишки, они должны, просто обязаны поделиться с теми, у кого нет этих продуктов. Да? И такие акции должны, я думаю, что не только в воскресных школах, но вообще всюду это должно проводиться повсеместно, потому что это помощь другим, и это вот привитие любви к земле. Хлеб всему голова, хлеб всему голова, ты запомни, сынок, золотые слова. Мы прилагаем наши усилия к объединению, к участию вот таких, потому что опыт деятельного такого вот взросления в добрых делах, это, конечно, начинается от вероучительной стороны. Человек любит Бога, человек любит ближнего. Ну и как проявить, чтобы проявить свою любовь, человек, конечно, проявляет максимум в сострадании и в радости, в двух вещах. В данном случае в радости. Сегодня благотворительный день помощи семьям, нуждающимся в продуктах, вещах. То есть я думаю, что это очень важно, потому что очень много семей, которые действительно это не очень необходимо. Я как спортсмен могу сказать, что всегда приятно ощущать чью-то помощь, то есть даже, может быть, это просто как-то выражено, то есть переживаниями, либо, то есть я думаю, людям также будет приятно знать, когда им принесут продукты и скажут, что вот, пожалуйста, возьмите, то есть всегда приятно получать. Ну, иногда, конечно, может быть, и давать. Фантазия превратила даже колючие растения в дружелюбные произведения детского творчества. В каждом из них была своя изюминка. Теплотой детских рук из обычного овоща возникала причудливая форма или даже сказочный герой. Дары природы, собранные в полях Кузбасса, будут переданы нуждающимся, малообеспеченным семьям и детским домам. А выставка уже принесла радость участникам и посетителям.